Шуба-дуба-дуба-па-да-па-па. Всем добра, дорогие друзья! С вами на тебе Леся, и сегодня у меня для тебя очень серьезный вопрос. Ты когда-нибудь хотел бы стать хлебушком? Я не имею в виду по интеллекту равным хлебушку, я имею в виду именно реальным хлебушком. Тостом, если быть точным. Нет? Но, возможно, стоило бы, потому что сегодня мы поиграем с тобой в игру под названием «День из жизни хлебушка». Каких только игр не сделали, господи. Эта игра будет либо гениальной, шедевральной, обалденной, офигенной, либо она будет полнейшей кучкой... не очень интересные вещи. Я не знаю, что ожидать от этой игры. У нас есть хлеб без ничего, хлеб с какой-то, я не знаю, майонезом, хлеб с капустой, хлеб с колбасой и чем-то длинным. Я так понимаю, это бекон или очень длинный нос и... А, это гамбургер! Я понял. Не знаю, как я уже сказал, чего от нее ожидать, но может быть это будет смешно, а может быть и нет. Вы чувствуете очень сильную боль в вашем боку, словно только что кто-то вас тыкнул ножом. Ай! Актер! Похоже, кто-то действительно это только что сделал, тыкнул тебе ножом! Какого хрена поболюсь? Что ты меня тыкаешь? Похоже, что вы хлеб! Ты сделал меня хлебом! Вам абсолютно нормально это все. Окей. Но потом вам приходит мысль. В смысле, когда хлеб научился думать? Брэд не должен понимать, что он Брэд, потому что он Брэд! Ну, то, типа хлеб не должен понимать. Это действительно очень странная ситуация. Что вы сделаете? Я буду кричать! Я буду действовать... В этой игре я не могу бегать хлебом. Я думал, это типа как хлебом прыгать по стенам. Нет, в этой игре нам нужно выбирать, типа, что я делаю, и из этого я буду составлять свою историю. Историю великого хлебушка! И мы станем самым умным. Или нет, я не знаю. Прыгнуть в сторону и попытаться выбраться на свободу. Понять, что у меня забрали мою жену, мою семью, мою любовь. И смириться своей судьбой. Не, ну смиряться своей судьбой я не буду, потому что я думаю, что меня съедят. Я упрыгаю. Пошло оно все, я полетел. Вы понимаете, что независимость должна быть заслужена, и вы будете первым, кто получил это для хлеба. Вау. Вот это я сбежал. Вы начали свой побег невероятно клёвый с альтухой. И вы упрыгнули на землю. У нас есть два варианта, пойти налево или пойти направо. Сложно. Ладно, я пойду. Ну, пойду налево. Направо пойдешь звездюрей, гребешь, поэтому пойдем налево. Вы прыгнули налево, и вы нашли дверь. Вы смотрите в дверь, а там деревья. Етить твою мать, что же с ними делать? Вы понимаете, что вы очень маленький по сравнению с тем, что есть за тем миром. Но в то же время вы очень рады тому, что у вас появляются новые возможности. Оп-оп-оп. После парочки прыжков вы выбираетесь наружу. Что вы сделаете? В жопу это дерьмо, я иду назад. А что насчет этого парня, который продает хот-доги? Эй, парень! Вау, парень! Какая у тебя офигенная челка! Можно тебя полить и кинуть в это масло? Ладно, я не буду этого делать. Это нет, почему? Я же хлеб! Хлеб может убивать людей, ему ничего за это не будет. У нас в уголовном кодексе нет ничего про хлеб. Вы выбираетесь к какому-то парню, который продает хот-доги. И его лицо падает. Его лицо падает в эту горячую жижу. Извините меня, мадам, вы сейчас сгорите! Я могу орать на нее. Извините меня, сэр, вы сейчас сгорите. Эта персона, похоже, какая-то бесполая, поэтому я просто покричу. И я не скажу ничего, пусть они горят. Ну ладно, я, наверное, скажу, что... Я предупрежу ее, потому что я думаю, она будет не рада. Ну и тем более, я не очень хочу, чтобы она умерла, поэтому... Да, я скажу... Мэм... Я не знаю, он может обидеться, если я скажу, что он мэм, а он парень, если скажу парень, а он женщина. Ладно, я скажу бесполое. Это я ору? Или она орёт? Кто орёт? Что произошло? Они абсолютно застендапили. Их глаза стали большими, как у... Да, анимешных девочек, и после этого конфуженная экспрессия появилась у них на лице. Посмотри на его фейс. Вы только что... он только что понял, что вы спасли его от того, что он будет в аду. Он поднимает тебя вверх. Абсолютно не так, как обезьянка поднялась Симбу в Короле Льве. А по-моему так.
Имхуя, моя, моя, моя. Или я не помню, как там песня. Ну, в Короле Льве, ну ты смотрел этот мультик. Клевые у тебя, кстати говоря, сванцы. Он обнимает тебя и, по-моему, хочет съесть. Очень радостно и радостно он превратился в китайца. И он сейчас плеванет, по-моему, было написано. Его имя Алекс. Алекс и я, мы будем иметь отличные взаимоотношения, и мы будем жить в хот-договой карете. Я кину его, потому что я не хочу с ним разговаривать. Алекс и я станем отличными друзьями, и мы станем участвовать в боулинговых соревнованиях каждые выходные. Ну и вы знаете, мы будем делать другие вещи, типа друзей. А слушай, у меня вопрос, а Хлеб, он парень или девочка? Потому что если он парень, а хотя нет, этот же чувак, он бесполый. Ну давай, давай будем жить в этой карете. Вы начинаете разговаривать с Алексом, вы узнаете его лучше и наконец вызываете его на свидание. На это оно отвечает: да, это серьезно оно? Это оно? И, по-моему, оно уже беременное, ну или очень жирное, потому что у него не тело, а небольшой овал. Ну ладно, по крайней мере, он рад. Вы очень прекрасно соединились вместе, и после этого вы начали работать в этой каретке. Вы продавали хот-доги, и вы закончили свое приключение на счастливой ноте. Класс. Похлопайте себя по плечу, мой друг, вы заработали это. Спасибо. Эй, это все? Ну ладно. По крайней мере, мы хорошо закончили. Давай еще. Я хочу другие концовки. Что будет, если я скажу, я не хочу убегать? Я принимаю свою судьбу. Это депрессивно, что вы просто бросаете свою жизнь. В любом случае, персона взяла тебя и унесла тебя от твоей семьи, унесла тебя в тост. Этот тостер меня может убить. Но тостер еще не подключен. Ха-ха! Лошара! Я могу убежать! Вы понимаете, что это может вам дать время, чтобы сбежать? Как вы об этом чувствуете? Хреново! Я бы хотел, чтобы эта персона скорее сожгла! Нет, если бы я был хлебушком, я бы так не делал. Я уйду! Я хитрый хлеб, убегающий хлеб, лучший хлеб! Мы станем самым лучшим хлебом на свете, вы понимаете, что вы очень напрасно решили себя убить, потому что вы как бы единственный хлебушек, который думает. Слушай, зайди в Татан, там много таких хлебушков. Но, к счастью для тебя, персона, которая подобрала тебе теперь и что-то там, я не знаю, что он делает, короче говоря, решила пофапать, и поэтому ты можешь сбежать. Ты будешь это делать? Давай. Я понимаю, что меня забрали от моей семьи. Вы просто не можете выдержать это. Если бы у вас было лицо, вы бы просто грустно сказали: мама. В вашей семье, и вы бы выплакались. О, вырасти лицо. О, у меня получилось. Я милый. Вы, наконец, успешно сказали «мама» своей семье, и после этого вы начали истекать слезами. После этого вы высохли. Поплакать еще. Я же настоящий мужчина, я не буду просто так делать и плакать. Но это как бы, это не тот подход, нужно бороться с проблемами, а не просто сидеть и плакать. И у меня два выбора, либо плакать, либо съесть самого себя и существование, потому что я очень грустный о том, что меня забрали из своей семьи. Ну да, плакать — это хороший вариант. Вы почти что продолжили плакать, и вы почти выплакали себе все глаза, но потом вам приходит мысль. Вам стоит перестать быть большим ребенком и высосать это. Я не знаю, что мне предлагают высосать, я просто скажу: нет, это нехорошо. Вы понимаете, что будете делать с этой идеей? Да, я думаю, я буду делать. Да! Сила тебе! Я стал хлебом, покорил человека, собаку и Вантус. После этого я стал великим императором хлебом. Судя по картинкам. А, нет. Вы становитесь хорошим гражданином в обществе, передвинулись к человеку, поженились с человеком, нашли питбуля, назвали его Роузи и приземлились на работу по созданию Вантусов. Вы еще захватили ребенка. Эти тупые скейтерские дети, они постоянно будут звать тебя Марио. Я не знаю почему, но они едят всякие галимые рестораны. Возможно, это именно то, что тебе нужно. Но ты как бы пошел от хлеба до невероятно клевого парня. И мы ушли в закат, в ресторан. Вау. Но это не то, что я хочу.
Эта игра странная, очень странная игра. Так, окей, давай еще. Я хочу попробовать самого себя захавать. Интересно, это вкусно? Вы сказали, мама. Во, съем самого себя. Вы съедаете все свое тело за один большой укус. К сожалению, весь этот странная движуха, она создала огромную черную дыру в физике. И после этого создала... уничтожила всю вселенную. Также включая твою семью. Ты счастлив? Да! Да! Никто меня больше не съест! Понял ты! Человек, который хотел меня съесть! Ха! Теперь твоя вселенная не существует! Знай! Знай! Вот что получается, когда ты связываешься с хлебом. Вы были очень хорошим куском хлеба, который был, имел жизнь каким-то неизвестным богом. Но вместо того, чтобы становиться знаменитым, меня эта штука гипнотизирует, нужно закрыть ее. Вместо того, чтобы стать знаменитым или стать человеком, который будет путешествовать, точнее хлебом, который будет путешествовать, вы съели всю вселенную. Это отлично! Я знаю, что твоя семья не хотела бы этого. Откуда ты знаешь? Может, моя семья хотела этого? Может, другие хлеба говорили: давай, съешь всю вселенную, сука, давай! Ну ладно. Давай еще попробуем. Я хочу уйти. Да, невероятный прыжок, прыжок налево. Вау, уи, какой я клевый. Подойдем к тебе. Ой, я проигнорировал, они меня убили. Это не то, что я хотел. Ну ладно. В принципе, я все попробовал, да? Я попробовал его убить. Тогда он пинает меня ногой. Ай, давай пойдем направо. Что будет, если я пойду направо? Прыжок влево. И прыжок направо. Понятно, меня ловит этот парень. Похоже, что вся удача была не ваша. И поэтому человек, который ловил тебя, снова поймал тебя и засунул тебя в тостер. Нет! Отличная работа, Техас. Какой Техас? Я не Техас, я Андрей. Ну ладно. Я надеюсь, тебе понравилась эта игра. Я не знаю, что они думают, это забавно. Я надеялся, что я смогу попрыгать хлебом, типа как в бренд что-то там. Но это типа квест. Я не знаю. И ладно, я надеюсь, тебе понравилось. Я надеюсь, ты хотя бы улыбнулся или посмеялся над этой игрой, как я. И вдарь свой мужицкий лайк, если ты парень. Или сделай свой нежный тюк по лайку, если ты девочка. Пока.